Сколько ты сам написал, считаешь? Или что-то нет? Сегодня? Да. А так вообще? А так мы читали. Мы раньше вязали носочки для детского дома купить, а потом, когда события начались, я теперь собираюсь. Ну, чем мы можем помочь? Мы решили. Называется «Кисевки». Раньше мы были в Армаде, но сейчас мы предлагаем нашим ребятам хранить там какие-то фотографии, иконы свои, которые они привезут. Все просто карманом не болеют. И смотрите дома. А все украдено, рассказывают такие вот кисевки. Мы верим, что до свечи наши догорят, победа будет за нами. И вот как раз вот этими вот действиями, то, что письма пишут, кисетка шьют, носки вяжут, вышивают оберегки, свечи делают, мы приближаем, как раз этот день, все вместе. Каждый шоу-шоу стал победителем федерального агентства по делам молодежи и получил грант на съемку фильма. Это молодежный проект, над ним работала команда единомышленников. Для нас всех это дебют. Для Владимирова Миши это дебют, он снялся в роли маленького Андриана. Фильм называется «Мальчик из Шоршов». Он посвящен памяти Андриана Николаева. Ночь Баксарский – это значимое событие. Наш город – это основной площадкой для празднования Дня Республики. Наша дружная команда решила запустить акцию «Чувашия Илья» и создать ролик для нашей любимой республики. Предлагаем вам дать старт этой акции. Для этого нужно закончить фразу «Чувашия Илья». Наша дружная семья. Да.